Добрый день! С вами я, Тамара Шапошникова, руководитель проектной группы «Психология и педагогика» издательского дома «Питер». Я представляю новую книгу Андрея Максимова «Любовь и другие бредятинки в ритму». Человек талантливый, талантлив во всем. И мы прекрасно знаем Андрея Максимова как невероятного телеведущего, как ведущего потрясающих интеллектуальных программ на телевидении, как потрясающего журналиста, который умеет так раскрывать своего собеседника, ну, как, может быть, никто другой на нашем ТВ. Рядом с Максимовым люди расцветают, и мы это видим с наших голубых экранов. И мы знаем Андрея Максимова как прекрасного автора, автора как работ журналистского плана, так и работ психологического плана. А еще недавно мы его узнали как автора великолепных папиных сказок и как автора художественной прозы. А теперь мы представляем вам книгу, которая показывает и раскрывает Андрея Марковича как очень интересного, очень необычного, очень глубокого лирика. Лирика и поэта. Его стихи острые, нервные, раскрывающие его душу и его переживания, обращенные внутрь себя и внутрь души, а значит, внутрь себя и внутрь души каждого читателя, конечно, не оставят никого равнодушными. Книга прекрасно иллюстрирована. Вот эта черно-белая манера немножечко острых иллюстраций очень тонко пересекается с его поэзией, оттеняет ее и позволяет продолжить ассоциативный ряд его стихов дальше каждому читателю. Эта книга может быть прекрасным подарком любимому человеку. Эта книга может быть таким интимным отдохновением, чтением перед сном, когда надо углубиться в себя. Не хочется просто переосмыслять день, но хочется настроить себя на более глубокое, более медитативное состояние. Для этого без этой книги, я думаю, будет сложно пройти такой внутренний путь. И я рекомендую эту книгу для всех, кто любит самого Андрея Марковича, его тексты, его вопросы и его теперь лирику. Спасибо.